Сколько я его знаю, Таносом движет лишь одна цель. Уравновесить Вселенную, истребив половину живущих. Он нес смерть с планеты на планету, топил народы в крови. Как было с моим? Получит все камни бесконечности, сможет выжигать миры по щелчку. Вот так. Смотрю, ты о нем знаешь немало. Гамора из дочерей Таноса? Твой отец убил моего брата. Ой-ой. Приемный, не родной, и она его ненавидит. Дела семейные. Мой отец перед смертью признался, что у меня есть сводная сестра, заточенная в Хеле. Она вернулась домой и выколола мне глаз. Пришлось убить ее. Жизнь странная штука. Понимаю и сочувствую твои боли. Ой, а я-то как понимаю и сочувствую. Слушай, у нас тут, конечно, не конкурс, кто круче, но я тоже хлебнул. Отец убил мою мать, потом я убил отца. Трагедия. Это будет пострашнее убийства сестры. Плюс я сумел уберечь глаза, в отличие. Да, мне бы молот, не так ложку. Что? Как оно тут у вас открывается? Здесь что-то вроде код четырехзначный, ясно. Дата рождения. Что ты делаешь? Забираю челнок. Исключено. Челнок вам отдавать я не намерен. Ясно, сэр? Квилл, а ты чего вдруг заговорил басом? Кто? Ты подражаешь богу грома. Зачем? Да что ты несешь? Вот, вот, опять! Это мой голос! Передразниваешь меня? А может, ты меня? Что опять? Прекращай это. Он вздумал копировать меня. Так, хватит! Прекращай, он первый начал. Надо остановить Таноса. А значит, необходимо понять, что у него в планах. Забвение. А не рано для забвения? Стоп, нет, забвение? Бывали там, место отстойное. Простите, это наша еда. Теперь моя. Тор, почему именно забвение? Последние 5 лет камень реальности хранится там, в надежных руках коллекционера. У коллекционера ничего не надежно, только идиот отдал бы ему камень. Или гений. С чего ты взял, что следующий будет именно этот камень? Камней сколько? Да, 6. Танос сперва добрался до Камня Силы. Буквально на той неделе прорядил Ксандр. Потом до Камня Пространства. Уничтожил мой космолет с половиной асгардцев. Камни Разума и Времени под охраной Мстителей. Мстителей? Величайшие герои Земли. Как Кевин Бейкон? Ну, может, он и в команде, давно там не был. Что до Камня Души, про него неведомо ни смертным, ни бессмертным. Поэтому Танос его не получит. И поэтому отправится на забвение, где заполучит камень реальности. Доходчиво? Значит, нам нужно на забвение. Нет. Куда нам нужно? Так на недовелир. Выдуманное слово. Как и все. Недовелир существует? Серьезно? Я думал, это легенда. Мир, где делают самое убийственное оружие во Вселенной. Слышь, возьми меня с собой, не пожалеешь. Вот, кролик знает. Очевидно, он тут самый умный. Кролик? Лишь гном Эйтрис может выковать нужное мне оружие. Полагаю, ты за капитана? У тебя глаз алмаз. О, благородный воитель, не составишь мне компанию на недовелир? Только спрошу разрешения капитана. Ой, погоди, это ж я. Да, легко. Вот и славно. А вообще-то я здесь капитан. Молчать. Оставь мой рюкзак. Заходи, садись. Слушай, корабль мой. Я не допущу, чтобы... Секунду, а вообще, о каком оружии идет речь? О ком, что убьет Таноса. А может, нам всем стоит обзавестись таким? Нет, смертным оно не подвластно. Тело рассыплется в прах, помутнится рассудок. Я псих, если теперь его еще больше хочу. В некотором смысле. Если не полетим на забвение, и Танос возьмет третий камень, его остановить уже будет невозможно. Уже не остановить. Короче, делаем так. У нас 2 корабля и большой ассортимент клоунов. Мы с Грутом летим с ангельским пиратом. А клоуны летят на забвение перехватывать Таноса. Круто? Круто. Очень круто. Ракета? Я знаю, ты просто хочешь подальше убраться от Таноса. Попрошу без намеков и повежливее. Говоришь с капитаном, Квилл. Пойдем, Грут. И убери игру, вырастешь дубины. Счастливо оставаться и удачи, клоун. Пока. Yeah.